Сегодня поговорим о среднечастотных варганах. В нашей мастерской это два варгана, лист, фрактал. Среднечастотные варганы хороши тем, что на них можно играть как быстрые, так и медленные стили игры. Среднечастотные варганы универсальны, резонируют с частотой голоса, и поэтому они очень хорошо подойдут для начинающих. Также с ними хорошо играть на природе. Их резонанс находится на уровне груди и горла, поэтому очень хорошо происходит резонанс, и вы погружаетесь в прекрасную медитацию и фокусирование внимания.